Павлодарский регион по праву называют родиной именитых спортсменов, людей искусства, ученых и общественных деятелей. Многие юные жители Прииртыша, несмотря на возраст, уже имеют ряд достижений на областном, республиканском и мировом уровне. Сегодня мы расскажем о жизни молодой спортсменки из Железинского района, чьими достижениями гордятся уже не только односельчане, но и многие павлодарцы. Еликонида Горобец проживает в районном центре Железинского района. Лыжным спортом девушка занимается на протяжении 6 лет. К 17 годам в копилке личных достижений Еликониды ряд призовых мест на областных и республиканских чемпионатах. Девушка отмечает, в этом большая заслуга как тренерского состава, так и в целом всего района, где данный вид спорта развит на достаточно высоком уровне. Начала заниматься спонтанно, довольно-таки в 11 лет. Пришла просто повеселиться, и с тех пор появились какие-то цели, и так начал развиваться мой спорт. На сегодняшний день у нас лыжный спорт развивается довольно-таки хорошо. У нас приходит очень много детей заниматься, то есть интерес есть. В 2019 году в Железинке был возведен новый спортивный комплекс, в котором сельчане имеют возможность заниматься различными видами спорта. Еликонида считает, такие инициативы со стороны районных властей только подогревают интерес молодежи к занятиям. Это огромная радость для нас, потому что здесь мы можем заниматься полноценно. У нас здесь и лыжная трасса, и спортзал, и зал, где гимнастический зал, тренажерный зал. То есть для нас это очень, очень радостно, правда. Любовь к лыжным гонкам у Еликониды можно назвать семейным делом. Ее двоюродная сестра Ирина Быкова через несколько дней приступит к участию в Олимпийских играх в Пекине. Для юной спортсменки сестра является примером, и в будущем она планирует также принять участие в главных спортивных играх мира. Даже любой вопрос могу у нее спросить, она может помочь. Еще тренеры часто нас сравнивают в ошибках и технически, то, что мы очень похожи. Я очень рада за нее, очень поддерживаю, и это как бы все взаимно. В Железинском районе создаются все необходимые условия для разностороннего развития молодежи. Помимо спорткомплекса в 2019 году в райцентре построили музыкальный комплекс, которому также есть чем гордиться. Александр Логвин, Алексей Мехедов, Иртыш Акпарат из Железинского района.